так, в Петербурге, похоже, потихонечку заканчивается. Ребята уже свернули баннеры. Баннеры уже свернули. Ребята, власть прямой эфир. Пару слов не скажете? Да, цель акции, что хотите добиться? Цель акции, ну, не то чтобы мы хотим добиться как можно более широкого освещения данной проблемы, проблемы того, что в России, да и вообще в других странах очень часто зажимают права людей, которые отстаивают, грубо говоря, права природы, которые за себя постоять не могут, и отстаивают права всех людей на право созерцать то, что вокруг нас. Соответственно, есть люди, которым не безразличны данная ситуация, и как только появляются люди, открыто заявляющие свою позицию, в нашей стране, поскольку мы живем в нашей стране, я больше знаю про нашу страну, в нашей стране незамедлительно начинают приниматься меры по устранению публичного высказывания данных мнений этих людей. И они по отношению к этим людям проявляются грубые нарушения прав человека, абсолютно необоснованные задержания и, даже не знаю, как выразить, но просто шокирующие судьи, которые приходят постоянно из Москвы, они не могут заставить нас быть равнодушными, мы не можем просто так относиться к тому, что происходит. А соответственно, еще у любого человека, маломальски ощущающего свою связь с природой, ощущение того, что люди пытаются испортить какой-то ценный святой уголок зеленого леса, ну, это вызывает крайне резкие эмоции, поэтому мы пытаемся как-то себя проявить. Ну, власти загоняют нас в садики, где нет людей, власти всегда пытаются нас как-то заткнуть и сделать так, чтобы нас никто не услышал, но так или иначе мы будем стараться идти до конца в своих подобных проявлениях и пытаться, чтобы как можно больше людей услышали и узнали о проблемах того, как в России относятся к природе, как в России относятся к людям, которым не безразличны проблемы общества и прочим социальным дискриминациям. Скажите, а куда вы подавали заявку? Заявка подавалась, вот я точно не знаю, но вообще заявка подавалась в этот стандартный центр, куда все подают, я точно не знаю. Не я являюсь организатором, поэтому никогда не подавал никаких заявок. Спасибо. Баннер заново Thank you.
Техническая пауза 1 минута.